Призер конкурса президентских грантов Магаданская региональная общественная организация «Поколение» реализует проект «Всей семьей на выходной». В декабре прошлого года он получил федеральное финансирование на 500 тысяч рублей. Об этом говорили на молодежном совете в мэрии Магадана, где также обсудили итоги месячника военно-патриотического и гражданского воспитания в Магадане. В проекте приняли участие около 12 тысяч человек. Это школьники, волонтеры, воспитанники различных клубов и детско-юношеских центров.